Осталось всего 4 часа. 2022 год пролетел как мгновение. Только что был февраль, а завтра уже новый 2023 год. А у меня до сих пор ощущение, что на улице еще февраль 2022. Спасибо за то, что были со мной весь этот безумный год. Мне нужна была поддержка. И вам нужна была поддержка. Мы вместе проходим самые большие невзгоды, заметили? Медвежьи рынки, потери, боль, ненависть и даже войну. Но также мы вместе проходили и бычьи рынки, большие заработки, большие проценты от наших инвестиций, улыбки, счастье и радость. Поэтому вы самая крутая аудитория. Мы с вами пережили весь спектр эмоций, все возможные ситуации. Поэтому вы моя семья. Мы столько всего прошли вместе. 5 лет назад я мечтала о 100 просмотрах, а сегодня я выкладываю видео, его смотрит 20 тысяч человек за 40 часов. Всегда, в любых условиях. Это очень-очень круто. Я давно не стремлюсь к миллионам просмотров. У меня была цель получить 1 000 000 подписчиков, но сегодня, честно скажу, после всего, что произошло в этом году, мне уже все равно. Я буду рад даже 1000 человек, которые будут меня слушать, будут разделять мое мировоззрение и мою точку зрения. Это гораздо ценнее 1 000 000 человек, которые никак тебе не близки. Наверное, вы заметили, что больше 10 дней не выходили видео на этом канале. Это не потому, что мне нечего сказать, а как раз наоборот, сказать хочется так много, что не знаешь, с чего начать. Поэтому я просто захотел закончить этот год побыстрее и начать говорить уже в новом, буквально начать с чистого листа, оставив в 2022 все, что случилось в 2022. Такая тавтология. Даже не знаю, чего вам пожелать в новом 2023. Денег? Хм. В 2022 году случились такие вещи, которые показали, что есть что-то намного дороже денег. Мир, живые друзья, счастливые тоже живые близкие, целый дом, чистое, безопасное небо над головой и покой на душе. Наверное, пожелаю вам именно этого в новом году. Оставьте все плохое в 2022. Станьте новым человеком в 2023. Тогда и благополучие придет в твой дом. Я поздравляю тебя, твоих близких, твоих любимых и твоих друзей. И даже твоих соседей. Твоих собак, твоих кошек, пауков, птицеедов и прочих домашних питомцев. А сейчас нужно открыть шампанское, разумеется, но только безалкогольное. Шучу, на самом деле я только что ничего не открыл, просто звук наложил. Но ты представь, что в Новый год, прямо в тот самый момент, когда идет отсчет, ты чокаешься со мной искрящим бокалом. И мы вместе поздравляем друг друга с новым наступившим годом. В новом году все будет лучше. С наступающим, друзья, с новым 2023 годом.